Запреты в отношениях. Ух, прям излюбленная тема. Мои хорошие, никто в отношениях не имеет права ничего запрещать. Ни ваш парень вам, ни ты своему парню. Если ему нравится общаться со своими подружками и девчонками, это его право. Если тебе нравится общаться со своими парнями, там, типа друзьями, твое право. Это право каждого из вас делать то, что вам нравится. Одеваться, как вы хотите. Ходить, куда вы хотите. Курить, не курить, пить, не пить. Это все ваше дело. Это все ваша личная жизнь. Другой аспект. Ваш человек не должен нарушать ваши границы. Но если он их нарушает, это ваше право быть с ним или не быть. Но если вы ноете, что вот, у меня такой плохой парень, у меня такая плохая девушка, нарушает мои границы, ну а ты терпила. А ты терпила. Ты просто терпила. И вот чем ты быстрее перестанешь прикладывать ответственность на другого человека и возьмешь кокошки виртуальные либо настоящие себе в кулачок, тем быстрее ты это поймешь. Никто не имеет права ничего запрещать. Будьте с теми, с кем вы хотите быть. Уважайте границы себя, свои и других.